Всем привет! Хочу с вами сегодня поделиться своими успехами в проращивании лесного ореха, сортовой лещины. 4 месяца назад я замочил лещину, вот такой вот орех, замочил и заложил на стратификацию в холодильник в марте месяце, вот в таких вот опилках, в кульке. И вот сегодня 11 июля, и вот посмотрите, как проклевываются орешки. Такой вот хвостик вылазит желтенький сначала, а потом, конечно же, я их по мере того, как они прорастают, рассаживаю вот по таким горшочкам. Вот уже какой подрос, видите, этот. Я пересадил 1 июля, обнаружил его 1 июля в кулечке, вот так же, вот так, точно так же, как и этот, и посадил, вот, вот как он выглядит. Ему, считайте, 10 дней, этому саженцу. Этому саженцу уже, можно сказать, 16 дней, 15 дней, точнее, да, вот 24 июня. Я обнаружил точно такой же орешек, посадил, и вот он как в лоджии закрытой. Сейчас тут жара 30 градусов, как он вымахал, как он вытягивается, растет этот саженец. Поэтому сейчас точно так же проделаю и с этим орешком, который же опустил корешок. Посажу его во влажную почву. Ничего сложного, все очень просто. Закопаю его на глубину 2 сантиметра, ну, примерно, плюс-минус. Полью, хотя земля у меня уже влажная, здесь полью еще раз. Ну и все. Так что посмотрим, какие будут орехи. Поживем, увидим, как говорится. Вот такая вот у меня новость, ребята. Такая вот у меня радостное, приятное событие. На этом у меня все. Короткий ролик. Всем пока. До новых встреч!